Это первый кубок шестилетней Татыны Келгенбаевой. Девочка участвует в различных мероприятиях по шахматам с 4 лет. Занимала лишь призовые места. Так что, хотя и тяжелый кубок, но юная шахматистка не доверяет его никому. Я играю с 4 лет, меня учила моя тетя. Победа была легкой, я быстро обыграла своих соперников. Маленьких шахматистов, выбравших один из самых сложных видов спорта, немало. По всей стране в борьбе за первенство участвовало более 200 детишек в 5 возрастных категориях. Самым юным – до 6 лет, самым большим – 16. Игра проходила по швейцарской системе в 7 туров в соответствии с правилами ФИДЕ. Сегодня наградили победителей. С окончанием турнира от имени президента участников поздравил замруководителя аппарата Улукбек Марипов. Президент всегда уделял особое внимание тем, кто увлекается шахматами, предложив такой турнир. Вы молодцы, что выбрали именно этот вид спорта. Вы доказываете, что вам он по плечу. И мы надеемся, что вы добьетесь огромных успехов. Призерам турнира были вручены кубки, медали и компьютерные планшеты. Напомню, этот кубок второй. Первый турнир состоялся 2 года назад. Диана Мамекова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал.